на месте. Хорошо, мы приветствуем Анну. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, она готова. Хорошо. Сила моего намерения. Вытаскивай эту воронку, отправляй в клетку тюрьму. 1, 2, 3. В клетке. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Анны под ногами заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Анны. Находит все. И от воронки выстраиваю портал к ответственному и притягиваю его, того, кто эту воронку кинул, в клетку тюрьму. Никто не кинул, воронка блуждающая. Понятно. Где она вступила в квартире? На улице. На улице. Это дом. Хорошо. Там, значит, ничего. Сколько она находилась в биополе? Считай информацию. 7 дней. Хорошо. Она нам не нужна. Будем скидывать. Открывается портал под ней в галактической дыре. Воронка улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Ждем окончания сканирования. Она же закончила, она чистая. Анна, как вы себя чувствуете? С энергиями радостная. Замечательно. Продолжайте заправляться энергиями, вибрациями. И все будет хорошо. Хорошо, Верочка. Сейчас будем возвращать туда Анну назад в ее биоробот и перейдем сразу к ее дому. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Анны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готов. И отключайся от Анны. Дом ты видела, на счет 3 ты стоишь перед входной дверью. 1, 2, 3. Да, я здесь. Одевай на тебя специальные защитные. Готов. Хорошо, входи в дом. И я даю команду на счет 3. Клетка остановилась на первом этаже возле Хорошо. Лестницы. Арахноид, черт, демон с улицы. Демон жил на улице, хорошо. У нас какое-то существо здесь. То есть снизу... Похоже на дерево. Нет, оно из дома. Из дома? Он любит дерево. Кто любит? Дерево-ед какой-то. Вот это сущность? Это сущность. Дерево-ед, демон. Что это за сущность? Он говорит, не знаю, не мое. Но это низкие мира или это космические? Откуда оно взялось? Темные? Лесной. Лесной. Это его как-то сюда притянуло? У него есть интеллигенция, сущность? Ты можешь общаться? Кивает. Хорошо, дерево-ед. Как ты попал в этот дом? Как тебя называть? Кто ты? Откуда ты? Он показывает на полы. Да. Они ему очень нравятся. С ними он пришел. То есть он пришел с этим деревом, которым выкладывали полы? Кивает. Ничего себе. Хорошо. А откуда ты пришел? Из леса? Где эти деревья стояли, с которыми ты пришел? Запах он показывает. Я или просто... Или завод, где их делают. Завод, где их делают. Хорошо. Отделки. Оттуда. Понятно. Мне просто надо знать, откуда ты, потому что знать, куда тебя возвращать. Понимаешь, какая твоя родная чистота? У тебя имя есть вообще какое-то? К чему ты относишься? Он показывает, он не говорит. Про опилки что-то говорит. В общем, когда идет изготовление, собираются разные опилки от разных деревьев. Структур деревьев. Да. Компонентов, которые под дерево созданы. Из всего этого собирается энергия. И он из этой энергии, да? И он из этой энергии. Понятно. Значит, он из энергии получает. Так ты, получается, природный какой-то дух. Я такого еще не видел просто. Хорошо. У тебя есть какое-то название? Ты знаешь, кто ты вообще? К чему ты относишься? К темным? Ну, дух деревьев, он так. Дух говорит. Деревьев, хорошо, вот. Вот это меня устраивает. Дух деревьев. Буду, значит, тебя возвращать назад в природу. Ты же хочешь природу назад, да? Даже не деревьев, а древесины. Древесины. Ну, деревья. Древесина же деревьями была. Ну, конечно, древесина — это обработанное дерево.
Как долго ты находился? Ну, с момента, понятно, когда полы положили. Хорошо. Так, есть у нас кто-то еще, какие-то каналы? Кто-то там, Вера? Да, есть. Кто там еще? Арахной, черт, демон, дух древесины и еще кто? Воронки есть у нас. Воронки? Две в доме, три с улицы. Хорошо. Под этими воронками, две в доме, три с улицы, открывается портал в галактическое ядро. Они улетают все на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. И готово. Есть кошки. Две кошки. Две кошки. Проявляются тонкие тела кошек. Один, два, три. Притягивай их сюда, к клетке. Не в клетке. Есть кошки. Они фантомы. Ах, фантомы кошек. Они с улицы. Понятно. Это мы, значит, притянули каких-то похороненных кошек, да? Сдохших от них идет слово. Сдохших. Хорошо. Кошки, вы меня слышите? Не слышу тебя. Они готовы уходить на свою чистоту? Готовы. И на счет три открываю светлый портал на чистоте кошек. Один, два, три. И кошечки уходят в свой кошачий мир. Ну, они побежали туда, мяукают. Ну и классно. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо. Готов. Так, скажи мне вот этот дух древесины, дух деревьев. Ты что-нибудь оставил в этом доме? У тебя есть какие-то подключки? Дух оставил. На счет три я даю команду. Все, что находится на чистоте духа деревьев, все, что в этой квартире, начинает выходить из полов. Один, два, три. И эти нити формируются в шар. Перед клеткой тюрьмой наматывается до последнего микрона только на чистоте духа деревьев. Вся его энергия, с которой он связан, по этой энергии притягивается все его частички. Они с улицы идут. Хорошо. Притягиваем полностью все. Запах. Отлично. Древесины. Собираем все вместе. Формируем шар. Готово. Хорошо, это его энергия. Ты готов их забрать, дух древесины? Отдать тебе готов. Их? Отправляю ему его энергию. Это для него и корм будет. Он больше стал. Еще больше. Хорошо. Все, ты готов уходить? Готов. Хорошо, я тебя прошу больше не приходить сюда, в эту квартиру. Мы все будем здесь запечатывать. И я даю команду. На счет три открывается портал на чистоте этой сущности против часовой стрелки. Один, два, три. Он сам автоматом откроется или наверху, или внизу, наверное, да, Вера? Внизу, да. И этот дух древесины уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес, закрывая, печатая, растворяя. Готов. Фу, вещи бывают. Дух древесины. Хорошо, поехали дальше. Арахнует, ты в этом доме жил или жил на улице? Где ты жил? В доме. В доме. Давай тогда сейчас выходи, собирай всю свою паутину. Ничего не забывай, если есть потомство, все собирай. И потом я тебе открою портал на твою чистоту. Приступай. У него много где паутина, второй этаж полностью. Полностью, да? В паутине. А потомство у него, вот где клетка как раз, возле лестницы комната, там потомство. Mm-hmm. Хорошо, пусть все собирает, ничего не забывай. Готово. Хорошо, Арахноид, готов уходить? Подожди, забыл еще что-то. Давай. Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Арахноида. Один, два, три. И Арахноид забирает все, что он с собой принес, все потомство и уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Он говорит, только устроился. Ну, извини. Готов. Хорошо. Так, Арахноид ушел. Считай цифру черта над головой. 5. И у демона. 12. 5 и 12. Хорошо. Черт жил в доме. Демон, ты жил на улице, да? На улице, да. А чего вы так любите на улице жить? Я не понимаю. Вот я часто... Качели. Качелька там, движение там. А, тебе там просто больше экшена такого, да, движения на улице, больше событий. Людей происходит. Много. Людей mm-hmm. много, можно подкинуть кому-то что-то, правильно? Хорошо, но ты все равно на этом участке жил, да, я полагаю? Там и жил, да. Хорошо, и черт жил в этом доме тоже.
Он до тебя пришел или вместе с тобой? Раздельно пришли. Хорошо, я почему спрашиваю? Я просто сейчас начну весь негатив собирать с земельного участка из этого дома. И я вот подумал, не отдать ли тебе черту, эту негатив. Мне отдать. А черт не возражает? Кто его спрашивает? Ну, только сначала мы сделаем следующее. Черт выйдет и покажет мне все порталы в этом доме, где они находятся. Я их закрою. После этого я соберу негатив весь. Давай, черт, выходи, показывай мне. Ну, говорит, а что это я должен показывать? Пускай демоны показывают. Вот, видишь, демон. Как подарки, так ему. Ну, я понял. Ладно, хорошо. Поделю вам пополам. Он говорит, я заберу с дома, а он пускай на улице и забирает. Демон, сам будешь разбираться с чертом? Или все-таки начнем работать? Я соберу шар и поделю его на две части. Все, вопрос закрыт. Я мог бы вообще ничего не давать, черт. И сам бы найти эти все порталы. Так что давай, выходи сейчас, показывай мне, где находится в этом доме портал, и время идет. Второй этаж идет. Пошли. Шкаф с зеркалом, портал. Шкаф с зеркалом, портал. Хорошо. Под ним открывается под этим шкафом портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывается туда этот портал. Вместе с ним фантом портала засасывается. Все наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Пошли дальше. Готово. Собирает одеялки, он кровать. Да, давай, собирай все одеялки. Ничего не забывай, черт. Я буду сканировать сейчас. Игрушки детские он забирает, комки там, свои шарики. Раскидал. А на детях есть что-то? Черт. Ты там носочки слышишь? Тебя не слышит. А он собирает с лестницы. Хорошо. Придется, прошу. Но он игнорирует, он все слышит. Черт, ты что, со мной хочешь поиграть? Он делом занят, собирает. Все. Хорошо, значит, 3. Притягиваются фантомы детей. Все дети, которые живут в этом доме, 1, 2, 3, появляются фантомы их. Девочка. Хорошо. И значит, 3. Проявляется все, что установил черт на его чистоте, загорается ярко-красным цветом. 1, 2, 3. Носки. Отлично. Снимая силой моего намерения носки с этого ребенка. 1, 2, 3. Зависает в воздухе. Готово. Открывается портал в галактическое ядро под этими носками. Они улетают в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатаю, растворяем. И на счет 3 возвращаем ребенка назад в биоробот. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Все, черт, ты сегодня уже получил, считай, негатив. Ты меня обманул, не ответил на мой вопрос. Значит, никакой договоренности у меня с тобой нет. Я тебя предупреждал. Он говорит, тогда сам ищи портал. Хорошо, я тебя просто отправлю в галактическое ядро после того, как я их найду. И, Верочка, поднимайся над квартирой. 1, 2, 3. Над домом появляется твой сканер Плеяд. И просканируй этот дом полностью на порталы. Загорается ярко-красным, как только ты их находишь. На всех этажах. И на земельном участке, если таковые есть. Ну, портал в кухне есть. Хорошо, пошли в кухню. Спускаемся. Где там, пол или стена? Нет. Это где вытяжка? Ага, хорошо. Внизу открываю портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывается туда этот портал. Вместе с ним наночастицы уходят портала. Все на переработку. В чистую первичную энергию фантом портала уходит тоже. Закрывай, печатай, растворяй. Сканируй дальше. Ванная комната. Под ванной? Сейчас, подожди. Во-первых, у черта здесь еще комочки есть в этой ванне. Так, черт, я смотрю, ты не все вытащил, да, черт? Значит, будешь наказан. И черт отправляется в клетку-тюрьму. Хорошо. Так, все комочки черта в ванной комнате, на счет 3. И во всей квартире, на счет 3, собирается там, где ты сейчас находишься, в комок. Находишься в один шарик, в один комок. 1, 2, 3. Черт говорит, эти пернатые совсем обнаглели. И уменьшает черта в 2 раза. Да, будет так, а так и есть. Демон говорит, он еще неопытный оставил. У него длинный язык, если он не понимает, кому он это говорит. Перед клеткой
Черта, открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Черт. Ты это видишь? Он видит, да. Еще один раз. Закрыть просит. Еще один раз ты себе позволишь со мной так общаться, ты уйдешь туда. Тебе это понятно? Ты не понимаешь серьезности ситуации. Учись у старших товарищей, посмотри на демона. Закрывая портал в галактическое ядро, возвращая ему его размер. Еще один раз попробуй мне помешать. Итак, шар у нас собрался с его энергией? Да. Большой шар? Большой. Открывается портал в галактическое ядро, все улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Пошли к следующему порталу. Подожди, в ванне портал есть на полу. Да, тот мы еще не закрыли. И по всему периметру пола в ванной комнате открывается портал в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, засасываются все наночастицы, фантомы портала, уходит все на переработку в чистую первичную энергию, носится. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Пошли дальше. Прихожая, здесь стена, где обувь стоит. Хорошо. И по всему периметру этой стены, где стоит обувь, внизу открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывается туда этот портал. Вместе с ним фантом портала. Все наночастицы портала. Все улетает на переработку в чистую первичную энергию. Готово. В доме все. На земельный участок перемещаемся. Просканируй там, принадлежащий к дому. Там есть портал с правой стороны, если на дом смотреть. Хорошо. Он просканирует. Ты видишь его, да? Да. Отлично. И под этим порталом открывается воронка в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал. Вместе с ним все наночастицы портала уходят. Фантомы все на переработку чистую первичную энергию носится. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо. Мы закончили полностью. Да. Перемещаемся к клетке. 1, 2, 3. А я не знаю, если у демона на улице что-то есть. Хорошо, я спрашиваю. Демон, у тебя есть что-то на улице? Да, есть у него. Хорошо, давай, выходи, собирай все, что у тебя есть, и возвращайся. Сетки у него расставлены. Ближе к улице или к дому? А здесь постройка какая-то незаконченная, на крыше у нее. Ага, понятно, хорошо. Качели, на качели он крутится. Любит они качели? Я у него здесь. Хорошо. Собрался. Хорошо, возвращайся в клетку. Я даю команду на счет 3. Из каждого миллиметра земельного участка, принадлежащего к этому дому, из миллиметра этого дома, собрано. Да, будет так, это есть. С дома энергии какой-то, как болезни, что ли, собрались. Вирус, что-то такое. Угу, хорошо, все летит туда. Готово. Большой шар? Большой. Хорошо, демон. Посмотри, забираешь? Да. Отправляю демону. Готово. Хорошо, демон, готов уходить? Готов. Открывается. На этот участок больше не приходи, переселись, потому что мы все будем здесь запечатывать. Дом, конечно, тоже не заходи. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. И с того огненную пентаграмму. Готово. Да. Хорошо, черт. Отпускаю тебя первый раз. Второй раз поймаю, уже никуда не уйдешь. Все понятно? Это те пернатые говорят. Понятно им. Открывается внизу против часовой стрелки портал на частоте черта. 1, 2, 3. И он улетает туда вместе со всем, что принес. Закрывай, печатай, растворяй. И с того огненную пентаграмму. Закрывай. Хорошо. Клетка пустая? Да. Открывается под ней портал в галактическое ядро, она улетает на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. Так, и по всему периметру земельного участка отлично. Хорошо, Вера, мы закончили? Да. И на счет 3 переносишься к входной двери. 1, 2, 3. Снимая с тебя этот костюм. 1, 2, 3. Открывается портал в галактическое ядро. Он улетает на переработку в чистую первичную энергию. Готово. Хорошо. Закрывая, печатаю, растворяя. И отключаемся от дома и переносись в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, подъем. Я на месте.